Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Black Mesa Source. И у нас серьезные проблемы, вон там нас постреливает танк. Игра стала не просто сложной, как у нее это принято, а стала до смешного сложной. То есть принято как в этой игре? Вываливать на вас где-то 50 солдат, каждый из которых убивает вас за полсекунды. А здесь нет, здесь на вас вываливали бесконечное количество солдат, то есть они респаунились. Ну ничего, мы их убили, просто там примерно, когда они вторым слоем на землю легли, все покрыли, пришло понимание, что нужно что-то делать, я сумел прорваться вот сюда. В итоге они перестали респауниться, но теперь у нас есть танк. Танк нам нужно подбить с помощью вот этой гаубицы. Проблема в том, что он, как только мы появляемся в поле его зрения, решетит нас, ну где-то, наверное, за 1,5 секунды убивает, а нам нужно целиться в него как минимум по полсекунды за раз. И выстрелил по ощущениям нужно там 4-5. Ну, давайте пробовать, что ли, я не знаю. Если он сейчас вот так вот сделает, будет очень хорошо, хотел бы сказать. Видите, что происходит? Как мне в него целиться, я не знаю. Можно было не приседая вот так целиться, но это тоже нам не сильно помогает. Поэтому эта серия начнется с... очевидно, с кучей боли. И на них вполне возможно и закончится, потому что, честно говоря, вот эти битвы с солдатами — это худшее, что есть в игре, и они серьезно портят именно картину в целом. Потому что, ну, это уже начинает просто раздражать. Здесь дело не в сложности как таковой. Здесь дело в том, что это совершенно не сбалансировано. Разработчики такое ощущение, что на вторую половину все вот эти перестрелками с людьми тупо забили. Насколько круто сделано то, настолько же вообще никак сделано вот это. Ну, давайте попробуем что-то. Да. Ладно. Не помешало то, что у меня под ногой был снаряд. А снаряд, когда под ногой двигаться вперед, ты не можешь перешагнуть. Мы не смогли. Поэтому давайте его оттащим. Спокойно, Артур, спокойно. И не через такое проходили. Или не проходили. Отлично, прилетело прям в голову, да? И что мне делать с такими жизнями? Вы понимаете, я уже не жилец. Ну да. Это ненормальная сложность. Так, ну что, давайте попробуем. Так, у нас снаряд-то там есть? Есть. Хорошо. Допустим. Да, блин, ну. А вот так получается целиться прямо в него, то есть уже хорошо. О, хедшот. Офигеть. Не, ну это, по-моему, не нормально. Давай, целься вниз. В этот раз я еще, по-моему, не туда стрельнул куда-то. Да хватает их, ну. Так, вошло более-менее. Вошло туда же. Вроде как прицел остался на этой позиции, это уже хорошо. Ну, не совсем туда. Короче, профукали мы эти патроны. Снаряд, вернее, какие наши патроны. Так, он уже горит, если еще один засандалит туда же, то вполне возможно он и умрет. Но вы понимаете, скорее, чем это кончится, да? Так, хорошо, поставили. Да, блин, ну. Че, неужто вошло? Офигеть, но это было настолько коряво, что... Да ну вас нафиг. Вашу Black Mesa, разочаровался я в вашей конторе, товарищи мододелы.
Так делать нельзя. У меня все нервы вымотали. Сколько я уже это место прохожу? Минут 40, наверное. Блин, если бы мне не жалко было своего времени, то, может, я как-то и повозился бы. А сейчас просто ничего, кроме раздражения, этот момент не вызвал. Так, ну что, пойдемте. Я надеюсь, сейчас на нас еще 50 человек не вылезет. Это будет уже просто перегибом, потому что нам бы здоровье чуть-чуть. Так, ну, ух ты, аптечки. Нам туда, похоже, откуда танк выехал. Туда нам нужно идти. Но сначала мы сходим за аптечками, потому что аптечки что-то, блин, на вес золота стали уже. Видите, сколько тут солдат лежит? Это же, ну, это разве сложность? Это не сложность, это уже просто дурной вкус. Это... Тут геноцид просто прошел. Офигеть, это все я убил. Я в одиночку. С маленькими жизнями, с тем, что каждый солдат там убивает тебя с одного-двух выстрелов. Это офигеть, я собой гордиться начинаю. Но в тот же момент, я, несмотря на всю любовь к Half-Life, я просто раздражен этим местом. Да, ребят, это да. Офигеть. Просто помолчать. Просто помолчать. Ладно, уходим. Дайте мне уйти отсюда уже. Так, хорошо. Неужто мы прошли это место? Да, вот это было дело. Не, ну увидели, я не люблю быть голословным, но вот эти вот горы трупов просто все сказали за меня. То есть, когда тебя скидывают, там, через дырку ты оказываешься в коридоре, из которого некуда деться, где нет укрытия, на тебя прут вот такие толпы врагов, там не важно, что у тебя, ты только что пополнил боезапас, что... Супер. Там уже просто смешно становится. Ребята, ну это же не Сириус Сэм, во что игру превратили? Слишком много. Хорошо, ладно. Хватит паниковать. Фу, опять весь пол услан мясом. Half-Life, он не про это. Зря вы это сделали с игрой, товарищи. Ремейкеры. Хотя там под конец, по-моему, такое же мясо было. Но если вы уж начал подогнали под современные стандарты, могли бы и концовку тоже. Так, это что такое? Валим. Валим. Это что за мелочь? Ладно. Обалдеть. Все, искупили вину, товарищи разработчики. Сразу предоставили такой момент, что все претензии снимаю. Но мяса, конечно, слишком много. Что это было такое? О, ребята. Что за жучки? Бежали, нет? Понял. Какой милашка. Слушайте, да там у нас Гаргантюа.
все лучше и лучше. Что-то вообще страшный какой-то пошел экшон дичайший. Интересно, а танк и Гаргантюа, кто кого? Вашу мать. Твою мать. Слабак. Ой, блин. Нет. Ой, блин. Да ты что делаешь, урод? Зачем оно тебе? Оставь в покое топливный бак. Офигеть. Но это было страшно. Однако по итогам. Что же я делаю? Так, каков мой план? Твою дивизию, что мне с тобой делать-то? Там наверху что-то есть, кстати говоря. Это лестницы? Ага, вон оно что. Как мне мимо тебя-то пройти? Ладно, вот этот балласт нам зачем? Уважаемый. Ну, конечно, это было ожидаемо. Так, как же тебя отвлечь-то? А что, если... не сильно помогло. Я думал, мы сейчас уроним вот эту штуку на него. Но, очевидно, нет. Блин. Так, тихо. Так, ну отсюда у нас только один выход. Вперед ногами, я так понимаю. Вот это страшная хрень. И самое главное, никуда я отсюда не денусь от нее. Не застревает опа, ну. Ну да, хана. Так, ладно, нужно решить. Нужно придумать, что с тобой, скотина, делать. Последние серии какие-то пошли такие скорее на выносливость. А тут ты пройдешь за мной, нет, через эти трубы. Честно говоря, сомневаюсь. Это что за хрень? Скотина. Чё? Он сказал, что они покидают эту базу, потому что слишком большие потери.
тебя, говорит, система наведения есть? Давай показывай, куда удар наводить. А потом, говорит, убирайся тоже. Блин, не тряси ты так. Так, по-моему, пора валить, нет? Может, еще что нажать? А, вон fire кнопка. Фига себе. Это я удачно с первого раза ее вынес. Ладно, аж нога повисла. Хорошо. Давайте. Так, теперь нам, наверное, нужно вынести вот эту дверь. Это что-то, я думаю, было бы логично. Что еще тут можно снести-то? Ну, в принципе, все. Отнюдь. Как же нам туда попасть тогда? Возможно, вот это вот взорвать. Вообще двери пошатывались, так что мы сейчас к ним еще вернемся. Хотя давайте еще выстрелим. Нет, не особо пошатывается, честно говоря. Так, ладно, будем думать. Давайте попробуем вот сюда шарахнуть. Вообще, честно говоря, я сомневался даже. Может, мне сюда? В резервуар, и вода уйдет, и... Понятно. Или, может, мне тупо спуститься нужно? Я попробую. Ну, прикольно, да, стена? Ничего там нет, короче. Давайте аккуратно спускаться. Я не знаю, честно говоря, куда нам дальше двигать. Но пока что все идет вполне себе... Да, блин, спускайся-то. Вполне себе неплохо. Да, Гаргантюа? Он, я думаю, со мной согласится. Центральный комплекс Black Mesa. Это лямбда комплекс, что ли? Как же нам сюда попасть? А что, если нам сейчас взорвать вот эту хрень, и она упадет, и мы по ней пройдем? Вполне себе логично звучит. Ну-ка. Пошло. Да, я был прав. Отлично. Фу, супер. Не так уж это было и сложно, да? Офигенно, правда. Вот эта вот штука была вообще круто продумана. С Гаргантюа, как он гнался за мной. Так, надеюсь, владелец этой машины меня простит. Аварийное открытие дверей. Так, в ту сторону включу. Хорошо. Здесь вообще что? Так, давайте вот с этим походим. Несколько стрел осталось после того страшного мяса в конце предыдущей серии. Нам они пригодятся вполне возможно сейчас. Так, ну и тут игра у меня вылетела, но я зашел по новой. И что же мы тут имеем в итоге? Центральная коммуникация. Да ёлки-палки. Они по... Палин. Что это было? Они, похоже, полностью решили этот комплекс с землей сравнять, что ли. Давайте как-то, я не знаю, по-быстрому попробуем сейчас прошмыгнуть он туда вперед. Ёлки-палки. Каждый сам из себя, говорит, тот, кто тут остался.
We just missed the last flight out of here. Отлично. I sure hope you brought some backup Poindexter, because we're gonna need it. Ну, как тебе сказать? Нет. Let's get the hell out of here. Так, что мы делаем? Система безопасности. Are we lost? Так, она нам нужна вообще, нет? В таком случае. Давайте попробуем включить, раз дают. Военные, короче говоря, отступают с базы. Успешно сворачивают все свои. Зачем? Зачем мы ее вообще? Она сейчас нас убьет просто. Ну ладно, давайте. Man, how cool is this? Просто развалило все. Так, и что, куда же я иду? Так, ладно. Ты мне подскажешь, может, как-нибудь можно открыть твою это все? Потому что я, честно говоря, не особо вижу. А, вот же. Вон оно. Я бы предпочел все-таки, чтобы тут никого не было. То есть система безопасности, ну и нафиг. Может, только солдат вымыть можно будет? Твою мать. Так, зря ты со мной пошел. Я думаю, она из своих будет стрелять неплохо. Ну да. Прости, мужик, но тут либо вы, либо я. Как-то это не особо красиво получилось, да? Ну ладно, продвигаемся дальше. Если бы нас волновала моральная сторона всего этого вопроса, мы бы давно уже среди прочих труп были. Так, хорошо, еще кто тут наспавнился. О, сколько у вас, ребятушки. Минус. Давай, давай, шараш. Сломал, что ли? Так, раз, два. Здрасте. Ой, 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 ой. Это не нужно было делать. Фу. Как всегда, не очень... Блин, что ж с тобой? Все постоянно не так с вами, а? Ладно, вроде что-то получилось. Беда какая-то уже пошла по экшону. Просто дичайший. По-настоящему злобный экшон пошел. По-настоящему сложно. Так, назад, если что, убегать смысла не имеет, потому что... Система безопасности уже все, не алло. Поэтому остается только воевать, только драться. О, это что такое? Это что за хрень-то такая? А! Блин, только не вы. Да елки-палки, сколько у вас там? Они вроде недолго живут, поэтому нужно просто переждать, пока они не подохнут. Ай, блин. Все, да, повзрывались все. Фу, хорошо, ладно, допустим. Неприятная гадость, будем знать. Нужно же было проверить, что это такое. Заодно открыли доступ. Надо было взрывчатку, может, просто чтобы сдетонировало. Так, ладно, ребятушки. Да блин, ты жива еще, что ли? Теперь, надеюсь, умерла.
Так сработает, нет? Не особо сработало. Все или еще кто есть? Да, блин, сколько вас там? Хорошо, придется попотеть. Это против них хороший путь. Спокойно. Это паркинг подземный какой-то был, что ли? Ладно. Кто-то подлетел, похоже, на этой штуке. Я, пожалуй, не буду повторять за ним. Так, ладно, блин, ну пожалуйста, дайте мне уже выбраться отсюда. Это же кошмар, когда пошел. Игра просто стала меня ненавидеть, она мучает меня. А, в принципе, можно. Вот так вот залететь. Ты как-то странно стоишь, у тебя шея свернута, я вижу. О, ребята. Все не очень хорошо. Так, это нам ничего не дает, в принципе. Ну и что, мы сюда поднялись? Двери закрыты. Может нам... Ничего не дает? Нет. Так, куда же идти тогда? В последней части игры, кстати, еще одна такая разительная перемена по сравнению с первой половиной. Всегда непонятно, куда идти и что делать. Это тоже признак не самой хорошей реализации. Подожди, кто-то едет. Нет? Ну, звук работающего лифта-то есть, но суть в том, что это нам ничего не дает. Уф, ладно, давайте разбираться, что куда идти. Там наверху у нас ничего, обе двери закрыты. Отсюда я пришел. Здесь у нас тоже ничего. Там сзади еще была одна развилка, но я думал, возможно, не придется так далеко назад пилить. Ладно, поперли. Почему бы и нет, верно? Ладно. Все-таки, похоже, сюда нужно было идти. Блин, здесь просто Dead Space какой-то, поросло все этой дрянью. Или это камень? Не уверен. Мы почти добрались, кстати говоря. Почти там. Опять под водой. Блин. Ох, ну что поделать. О, кто-то убился. Ай, блин, ну. Как ты сработал-то вообще? Никто же не задевал ни за что. Тихо-тихо-тихо, не нужно лезть сюда. Да, ну. Я даже не знаю. Придется так, видимо. Придется потратить. Блин, вот эти штучки, они прикольные, но я просто не могу найти им применение. Для чего их можно использовать? Врагов они убивают очень медленно, бегают к нему очень долго. О, давай на него.
Смави съел. А! Блин, они пришли мстить мне. Да отстань уже. Ну, а! Уйди, уйди. Капец. Блин, и с этими гадостями нужно держать ухо востро. 21% оставили. Ну ладно, хэдкрабов убили уже, как говорится, польза. Так. Так, ну судя по всему, мы куда-то вон туда, на запад будем двигаться. Там у нас лямбда комплекс находится. Там барнакл тусует. Все перекрыто. А вот тут не перекрыто. Лучше так. Тихо. Хорошо, нам похоже сюда. Блин, там еще один идет. Ладно. Тут что? Тут дверь бесполезная, тут барнакл, а тут тупик, понятно. Ой, ненавижу всякие канализационные ходы, лозы вот эти вот. Но это все-таки лучше, чем открытое пространство, там вообще кошмар творился. Встанешь, нет? Нет. Так, ну и что, давайте на этом завершим, наверное, эту серию. В принципе, она мне очень понравилась, потому что тут было очень крутых моментов много. Вот тот же Гаргантюа, потом вот это вот. Ну, собственно, вся серия была довольно интересна, в отличие от предыдущей. И по ощущениям мы уже довольно близки к развязке. Мы уже подошли к лямбда-комплексу. Осталось прыгнуть в портал. Так что, возможно, следующий или там через одну серию будет последний. Но я думаю, на этой неделе мы эту игру закончим. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.